Можешь пойти в ЗС сразу. А чё там? Да там пизда нас ждет, вайп нахуй. Ёбаный в рот. Сразу проходим на большом мобе. Я типа не понимаю, ну типа босс, ну хуйня вроде как, нет, Слава? Ну да, хуйня. Ну так и чё? Вчера Горыныча нахуй победили, чё это ёбань не упадет что ли? Горыныча. Ну бля, а как эту поеботу еще назвать? На Вилашу бежит, короче, один. Один? Недобитый, короче. Он один, блядь? Там Алара идет на Юлю. Ну, я не знаю, что это, блядь. Нет. Это фрик-сквад это что, блядь? А чё, а Алара чё, не убивается? Или, типа, чё он? Слишком... Он идет просто кайф. Там IQ надо дохуя там. 500, не наша история, короче, 500, да? 500 на человека надо прям пиздец дохуище. Наша IQ воронки фармить, я понял, да. А что это моб тут делает? Сейчас еще Алара сагрите. Боевой маг, нихуя. Отморозок. И пошлите эту тёлку долбить. Долбить? Надо доубить, прям доубить. Ну а чё, блядь, у неё там нахуй? Буква сейчас ебать надо. Типа чё, блядь? Короче, вот тут в коридоре, короче, есть мобы, нахуй. Вот смотри, вот боевой маг, это хуйня, короче. Вот самый опасный это Центурион, он крутит вихрь. Который, короче, это... Так развести не судьба. Он бьет магией. Да, разводить надо, да. Вот, а еще надо съебаться вниз, потому что там идет патруль. Вот я смотри, сагрил. Уже не надо, там уже патруль идет. Ну, ну да. Ну все, вот. Пизда. Сейчас они чипалаха дадут тебе прибить. Никто ничего не даст. Уходите вниз. Смотри, смотри. Вот смотри, хули смотреть. Вот, видишь, мы хуярим вот этого пидора, да? А, вот, и рыцари еще, в принципе, можно, да? Они не крутят вроде ничего. Они, смотри, пизды дают нормально. Уша. Вон Центурион, от него отойдите, его танк только один держит. Он дохуя, кстати, бьет там. И стан диспельте вот этот, нахуй. Еще нам не замедление, еще какое-то, нихуя себе. И ваша пала. Что делаем? Ну, вайпаемся, нахуй, хули. Я понял. Ну, а хули, ну, хули смешного, вот... Кто там? Центурион ушел с меткой? Где он? Вон Центурион. Ему надо... Сова еще откидывалку её может не дать. Хилили. Конечно, не хилили. Хилы, хилов вообще нету рядом. Чё? Понятно, нахуй. Ну, вон Гламур. Кто там? Я не знаю. Ну, это просто кринж, нахуй. Это не рейд, бля. Это хуйня какая-то. Хилы не хилят. Контроль дается. Либо откидывалка работает на сбив коста вот этого. То есть это надо спекаться в саму. Надо уходить уже, блядь. Либо дохнуть, либо инвизы прожимать. Вкачивать надо тайфун, чтобы вот этот вихрь, который он дает. Ну там, ну, на приличной дистанции бьет, метров 15. Друид инвалид. Тебя хотят видеть конкретно, ребята. Короче, они это миллион IQ тебя надо, тебя нахуй. Хилил. Чтобы это убить, блядь. Ребята из бойсбенда. Он в коридоре. Не, в натуре они тут хилятся, это, ждут тебя, руками трясут. Вот вы сдохли, и вы чё легли, вот просто мне интересно. Лежите, кто здесь лежит, блядь, ладно. Чтобы они дальше вниз не побежали. Вот лежали, лежите дальше, да? Все, можете заходить, они ушли. Бля, реально, пошлите и ВК хотя бы закроем. Хоть что-то сегодня закроем. Ты хочешь сейчас на Анубе? Сейчас такой хренью занимаемся. Ты да. Хочешь на Анубе вайпаться? Схуя ли вайпаться? Че, он не убивается, что ли? Почему вайпаться-то? Сколько в прошлый раз вы там его убивали? И что, блядь? Сколько ну, мы вот. Халиона убивали? А че ты напал зашел? Да. Да нужно реально ВК. Потому что хилы и АФК. Не, если АФКшить, то можно просто разойтись тогда сразу. Чё, ты, время идти в ульду, нахуй? О, пойдёмте в ульду. И ВК мы снесём, наверное.
Да. Давайте лучше Ульдуар снесем. Гоннакс. Да, да. Бери ДК, как раз Армагеддон тебе за это выбьем. Нет, ну а что нам делать вот сегодня, завтра? Надо либо Слэйан тратить до победного, либо пойти реально в ЗС и там бить. Слэйан, Гидроса надо сегодня закрыть. Гидроса сегодня закрыть. Сегодня Гидроса уже мы не закроем, мне почему-то кажется. Самая хуйня в том, что, блядь, у одного челика, нахуй, который сейчас тут нету проходки четырех боссов, это пиздец, это не просто кринж, нахуй, это, блядь, миллион раз хуже, нахуй. Значит, надо их, блядь, вести, нахуй, на next неделе, как брать, я не знаю, там, 3-4 человека, Слава, выбери, блядь, кого надо тащить, чтобы он обязательно приходил и ЦВК закрывать им на проходку. Кто нам нужен здесь будет, кто будет, ну, типа, играть, блядь, вот, кто жопу поставит, что будет приходить, блядь. О, нихуя, жопу поставит. Ну, а как... жопу дать тебе жопу, ясно. Ну, а как, блядь, это что, делать проходку, чтобы что, нахуй, чтобы он сидел потом, через неделю опять целка только зашел? Вот, жопу даешь? Не даю, не даю. А Бэма, блядь. Ну а как? Ну надо делать, значит, проходки, если у нас людей не хватает. Да, это все отлично, замечательно и круто, блядь. Нету. Там еще центрионы прибегут сейчас. Проходки, значит, нету. А они контролятся вообще, чебурашки эти? Ну сейчас я Фиру погляну им и посмотрим даже. Бегут. Фир работает. Да, Фир работает, слушай. Бля, опять это... Вот... А, их диспейлер. А что они сюда идут, алло? Ну чтоб фильм здесь спалили. Вот притяжка, этими... притяжка на них дается. А рутами может это друиды их попробуют. Ну смотри, если он там на это. Где он? Ну там один. Невосприимчив. Станы не дают. Там ничего не дается, только откидывалка. Притяжка. Я в него эти оковы. Он один сагрился, что ли, или что? Что-то не понятно. Второй, не знаю, либо у тебя, либо он в стене где-то. Либо потерял. Бы у меня бы вы уже лежали. Один лежит на Юле. Не, он за и выделся второй. Да? А, ну, он засал. Не пацан, он сразу видно. Засанец. Не зови его сюда пока. Пускай там чилит. Кто-то его зовет. Ну нахуя? Ну, контент, ебать, ща... усваивает. Дайте ему фильтр кто-нибудь. Идите отсюда, идите другого бейте, блядь. Да не бей ты его, он филе бегает, ебать нахуй. Ты, Слава, ебашь его. Пулил, самой разбирайся. Уходите вниз, назад. Изменили, сука, да. Съебитесь вниз, назад, блядь. Там патруль идет, блядь. Уйдите отсюда. Моба надо сюда вниз спустить. Юля, гребни его сюда. И смотрите, он крутиться будет. Отойдите от него на рейндж. Милики, можете съебаться сейчас. Ну, он крутится, сейчас пизды получите, блядь. Юля сбила. Все. Наконец-то, блядь, научились грипп юзать. Ебать, гайд. После третьего трая, чё, найс. Быстро учимся. Так, а ходят тут их, получается, вот еще двое, нахуй. У патруля, блядь. И кто центральный там? Инквизитор ебаный, нахуй. Уйдите назад, блядь. Все равно убегать будете. Отойдите, уйдите вниз, блядь. Я хочу просто затестить, трапа будет работать, нет? Они там среди трэша сейчас сагрить нельзя. Короче, ну, один тут остается, вот примерно... Это, вот, давайте вот, еще ниже попробуем. Сибитесь. Вот тут вот возле кристалла и Вилаша стоит с одним. Берешь квадрат. Я беру крестик и спускаю ниже к рейду. Подожди. Давай квадрат. Все работает, найсу. Ты работает на них? Все, и этот... работает. Кто это? Он центурион. Не подходите к нему, нахуй, бейте РДД. Ладно, не знаю, обновите. Лучше его, да, налево уведи его, а ДДшники пусть это убьют. А где Рарни? Кто-то сбил с пиздопадом трап, он бежит. Короче, понятно. Нет, там было мало времени, секунд 15. Добивайте просто одного и это играйте тогда по второму. Или дай ему еще сейчас корни, ну-ка. А корни не работают. Ну готовьтесь каст сбить тогда, ну или фиряйте его по КД, блять. МК может пришли вот, дадут, попробую. Не работает он тут. Не работает.
все, и этого тогда хуярьте. И просто фиряйте, раз фир работает. Чтобы он молнией свой ник оставал. Так, а тут кто стоит? Тут вот центурионы тоже эти нахуй. Один. Много, да? Нихуя их там. Рыцари это вертушки крутят. Так, кто там еще? Рыцари вертушки крутят. Надо как-то это сагрить какую-то пачку, чтобы они не все пошли. Так, ну да. Ты так не сделаешь, наверное. А Хантом мертвым притвориться не сможет. Уйдите назад, сейчас посмотрим, кто побежит. А ротануть половину нельзя? Нормально. А не, слава хаечка. Не уешьте, он сейчас побежит и в трапу встанет. Там репетом сдали, репетом сбили, трапу дали, трапу сбили. А хули ты хотел? Покаяние дали, тоже сбили. Да, да, да. Фиряйте нахуй, бейте. Ты же это так нахуй от скуки ебать нажал. Главное, чтобы он к тем не подошел. Прикинь, сейчас двери с келем открыты, и там легендарные пухи лежат, и мы их просто берем. Ну, келя нету, типа он вышел куда-то покурить. Мы просто их берем, нахуй. И тапаемся в город. И идем робота пиздить. Просто пиздим всех, нахуй. Они даются на 15 минут же, да? Да. Да. А у Ханта будет легендарка рисованная? Там лук, по-моему, есть, да. Ну, может быть, будет. Это в плато добавит солнечного колодца. Ну, я уже представляю, как это появляется этот лук, и его начинают собирать себе роги. Да, точно. А вары тоже могут собирать. Все, кроме хантов, короче, да? Да, да, такие. Ну, знаешь, наших воров, которые убегают лутать по 10%. Да, у них да. Это в любом случае больше было, чем у воров. Не, ну если лук будет от ПБшку, конечно, его собирать будут воры. А так, типа. Куда нахуй? За лупу на воротник. Хуя себе, блядь. Давайте багом пройдем. Ставьте шкаф. Так нас там, так нас там обоссут все равно, что там делать. Рома, давай релок. Мы полутаем. Да, как не мы полутаем легендарки и пойдем бить других боссов. А, они же не исчезают, когда вайпаешься? Или исчезают? Не исчезают. Бля, хуёво. Ну там смотри, там получается ты убиваешь их пятерых боссов и четыре. Ну, выходит оружие, убиваешь оружие, да, поднимаешь с них, короче, о, легендарки. Тэпай, 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 шкаф. Блядь, лучше не делайте, наверное, этого на всякий, блядь. Да ладно, пацаны, просто посмотреть пошли. Ну это на бану. Опа, двое уже есть. Да, я просто чуть-чуть это скример ловлю. Да. Авто просто всякий делал в бане. Понятно. У Славы как раз запись ведется. На ютубчик выложит потом. Я у соляры стою, мне похуй. Ладно, разыкать, давайте. Я не знаю, что бить, сука. В 4 хила, 2 танка, нахуй, и минус 1, да? Ну пошли в ВК, что там, да, блядь. Минус 2, ражника нету, равис тоже что-то. Все есть тут, да, есть тут все. А его можно агрить? Там же другие боссы с пиломини. Лучше не советую вам его агрить. А тут трэш еще стоит. Да, там еще трэш и комната целая. О, первая фаза.
Найс, найс, спасибо. Прям ГЦ. А сейчас смотри, киль сюда придет. Разъебать. Потом на сайте посмотрим, блядь, трай нахуй, одна секунда нахуй. Реально можно на келе идти первым, получается? Ну-ну, спасибо, на келе, блин, он нам это, леща такого Шицовского даст. А кто-то убил уже, да? Фу. Да, да не убивают да? его. А кто уже? Ты можешь на сайте глянуть. Там на три гильдии закрыл. Ага. Ну вот, видите, три гильдии. Там No Mercy еще две. Мы-то бичи. Мы просто хуетой занимаемся, бля. Блять, на боссе до победного, блядь, пока блевать уже не заходишь, пока арты не закончится, пока, блядь, ГП не, нет, не закончится. Да. Всем у нас таблетки пошли, пошли к роботу, почистим трэш. Да, да потом... Да я что-то блин, хочу на трэш. Потом до робота трэш, потом до... Хоть основы, одного босса, блин, хоть где, хоть в РЛК сегодня хотя бы. Мне кажется, на роботе там трэш без воронок совсем, нахуй. Пойдемте реально, блин, в Эльдуар, все-таки слабые, а. Это неохота. Как раз конец. Да, я проверяю, это все нормально. Мы снесем это все нафиг за 15 минут. Там просто всех занесем. В одного хила пойдем, там уничтожим всех. Да. Смотри, с нашим этим, с нашим Соларианом, Накс за бессмертным. Найс будет. Заход. А, чё, вот Соляру и Гидросу, да? Чё, Соляру пулять будем 24 или чё, Лисет уже подожди? Давайте пульнём, дайте пульнём, чё, Ренда? Рарника нету. Не, дядя Саша. У него свет оффло. У кого Рарника, что ли? Ну, он написал здесь. Ну как варик, либо ИВК, либо идти трэш еще чистить и расход, а завтра тогда уже бить Соляру и этого Гидрос. Вон Синтек пришел. Бичуган пришел. Я где-то через полчаса уже, к сожалению, тоже вас покину. Ну, блядь, видишь, один пришел, один ушел, блядь, вот хуёво, конечно. Короче, на следующем КД, нахуй, как минимум, надо в Геру освободить человек 5-7. Если КД, надо в первый день Рожку идти, Геру сразу. Человек 5-7, короче, надо ЦЛК 25 Гер, чтобы получить. Отменяем, короче, обычки, да? Да. Нет, нет, почему? Просто найти людей, которые надо проходку сделать и сводить их на первых четырех боссов. Ну, на продаксу по-любому надо сделать. Да, обязательно. Эти люди должны быть сами заинтересованы в этом. Ну, смотри, скажите так, у меня проходки не было на лича, не знаю, недели три, наверное, потому что, ну, не получалось из работы, тоже, скажем, из-за личных дел. Я же не могу сказать на работе, типа, дядь, иди нахуй, у меня тут лишний убитый, блядь. Как ты не можешь? Можешь. Ну смотри, потом я это просто... Я потом буду писать целый месяц. Вот и все. И не факт, что я потом буду там появляться. Такие вот дела. Что делаем? Трэш идем чистить? Да трэш я ебал, блядь. Давайте... Ну там, блядь, эти роботы, у нас вот у нас... Сука, три человека. Да, давайте, будет, чтобы не стоять, либо определимся, либо идем куда-нибудь, да, либо рой. Я пойду другими делами заниматься. У нас Тутилар ушел, вот Рарник ушел, а Тутилар где? Не, я тут. Я тут. Он здесь, он просто хаскал пробует. Если что, зайду. Ну вот если взять... Если я взять... просто в настройках грылажа. Если взять Синтека... То... Вырубаю спека в ДД. А Синтек вообще пойдет? На хуй спрашивать его не будем, даже пусть идет. Синтека в хила, квартиру в ДД, дару, я, друид и
Инвалид и Гомбручан, все, похилим. Еще. Два Эдмала, да, да. Два Эдмала. О, Седжу вернулся, да? О, Седжу вернулся. Ну, давай еще. Давай еще. Келя трайте. Да, Келя трайте. Да, Келя убили, короче, выпало легендарка. А, держите в курсе. 15 минут попользовались. Чисто. Не, ну че, они запустили Келя-то? Не, у меня что-то забагалось, у меня они бесконечные, не 15 минут. Я, кстати, соло Келя убиваю. Пу- да, получили пиздов еще. Они через скаф не прошли, понял? Как это, на взломание. Это хуёво, Равист, хуёво. Так что вы занимались? Мы не родные, с Энергодера на неделю приехали в СУ. Надо с ними время провести. Кто не уже уедет снова на выходных. Ты что пердишь там, блядь? Я думал, вы на гидросе. Ну да, блядь. Вы чё, на кстати, может этот устроим до проноса Зуламана на фол? Войд, пойдёшь с нами? Ебать. Чё, буревайливнул? А? Ну, он, наверное, хоп мастера возвращается. Там больше ДПСа просто будет. Ничего, в четверг посмотрим. Да. Я предлагаю в натуре в начале недели идти Горыныча ебашить. И ХМ-ку открывать. Горыныча? Кого? Горыныча. Калёна. Ну как, за полчаса его будем закрывать с первого, второго трая? А, ты пролетел. Да просто я боюсь, что тут как бы к четвергу еще может мозг не остынет и все. А то я боюсь, что потом, блядь, к концу недели это будет, ай, ну давай по новой нахуй все. Я просто предлагаю закрыть эту хуйню и открыть походки все. Сразу в начале недели. В четверг так, пойти целка ХМ. А, чё, проходки, это с ЛК надо идти. Вот все-таки танчит, да? Угу. Хорошо, Ваша. Хороших вам драйв сегодня. Не знаю, что так рано вас покинул. Ты ушел, что ли? Ну да, да. Я же только что сказал, что уже покинулось. Блять, это пиздец какой-то. Кто уходит? Я в ахуе просто. Ну я не знаю. Давайте ВК такое. Давайте ВК, Лен, тогда раз у нас тут уже разошлись половину челиков. По продукт, давай портал. Выдал ран. Да. У нас сегодня столько ДПС, сейчас люблю.